Всем привет! Приветствую вас на канале Крим. Сегодня мы будем играть... Сюрпризы Маус. Да, открывать сюрпризы Маус. Это красивые шарики сюрпризы Маус, в которых кто прячется, Алиска? Животные. Мягкие игрушки. Это очень веселые игрушки. Может, розовый дракон? Не знаю. Открываешь? Давай. Выпускает эти игрушки фирма Beverly Hills Teddy Bear. Бегемот это разве? Бегемот. Наша первая игрушка. Веселый такой розовенький. А ты думаешь, это бегемотик? Сюрприз имелся. Ой, точно, это бегемотик. Это хитрончик Гиппопотам. Надзвичайно зухвалый, але неймовірно милый. Очень миленький. День рождения у него 5 мая. А любимый цвет, догадайся какой? Розовый. Фиолетовый. Фиолетовый. Это серия игрушек Сюрприз имелся. Третий сезон. Мягкая игрушка Сюрприз. Ух ты! Вот наш хитрончик. Он относится к популярным игрушкам. Где у нас следующая игрушечка? А вот веселая собачка Лаки. Ее зовут Лаки. Она тоже относится к популярным. Также в коллекции есть редкие и очень редкие игрушки. Да. Сюрприз, Маус. Я не откатушка. Итак, это Хаски Лаки. Очень любит зимние развлечения. Родилась 16-го февраля, а любимый цвет королевский синий. Очень милые игрушки с красивыми глазками. Большие блестящие глазки у них, и сами они очень милые и симпатичные. Открываем дальше? Да. Всего в серии таких 12 игрушек. Пингвин. Ух ты, пингвинчик. А как его зовут? Веселый, красивый пингвинчик. Кстати, пингвинчик, веселунчик относится к очень редким игрушкам. Алиска, твой пингвин очень редкий. Почитаем о нем информацию. Он родился 4 декабря. Любимый цвет лазурный. Это какой-то непонятный дельфин. Очень симпатичненький. Давайте почитаем про пингвинчика. Пингвинчик отлично слышит и любит веселиться. У него на пузике красивые волны. Очень интересная игрушка, очень редкая. Держи редкую игрушку. А вот и четвертая игрушка. Это путешественник. Относится к популярным игрушкам. Милый и симпатичный. Это дельфин-путешественник. Любит морские приключения и любит веселиться с друзьями. Родился 8 ноября. Алиска, знаешь, какой у него любимый цвет? Розовый. Он же красный. Вот такие веселые игрушки сюрпризы Маус попадаются в шарах, яйцах с веселыми сюрпризами. Третий сезон сюрпризы Маус. Мягкая игрушка выпускает Beverly Hills Teddy Bear Corporation. Всего в коллекции 12 игрушек, и мы с вами сегодня открыли 4. Нам попался дельфинчик, пингвинчик, бегемотик и собачка. Это хаски, а граф у нас золотистый ретривер. Нравятся игрушки? Это волк. Хаски действительно умеют подвывать, правда? Тебе какая игрушка нравится сегодня больше всех? Собака. Конечно же собака, потому что у Алиски есть граф, и Алиска любит собак. Тебе нравятся игрушечки сюрприза Маус? Очень интересные и красивые. У них, кстати, глазками чем-то напоминают, помнишь, игрушки были Бини-Бу с большими такими круглыми глазками, зоопарк? А, я не вот сюрприза Маус очень похожи, очень симпатично. Помню, это ж Макдональдс. Да. Спасибо, что были с нами на канале Green Alice. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч. Пока-пока. И ставьте лайки.